La 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 la. Дорогие друзья, новое видео для интернов. Сейчас мы разберем пошагово, как собирается и разбирается операционный стол для остеосинтеза большеберцовой кости стержнем с блокированием в его стандартной технике с введением стержня через собственную связку надколенника. Еще раз призываю вас поддержать наш канал лайками, подписками и, конечно же, комментариями. Значит, теперь мы симулируем перелом голени правой, который, да, будем фиксировать интрамедулярным стержнем со стандартной точкой введения через собственную связку надколенника. Значит, пациент у нас лежит на столе, ему уже дали, сделали какое-то обезболивание анестезиологии, дальше они подпускают нас к столу. Значит, для интрамедулярного остеосинтеза нужно сгибание в коленном суставе на угол 90 градусов и больше. Для этого мы берем стандартный наш упор и ставим, фиксируем его к краю стола, поднимаем максимально вверх, фиксируем также и здесь, эту штуку убираем, она нам сейчас не нужна, ставим вместо нее вот такой вот тоже уже боевой упор и фиксируем его основному держаться. Я немножечко чуть-чуть люблю градусов на 10 вот так вот отвести, чтобы было бедро, чтобы оно было в своей оси. Вторую ногу мы зафиксируем также на гинекологическую подушку. Для этого мы ее прикрепим. Попробуем для начала прямо к столу. Здесь никаких особых телодвижений пациент не, никаким телодвижением пациент не подвергается. Мы берем его за ноги, за две, и аккуратненько стягиваем, опускай голень. Да, послабься, постарайся получить удовольствие. Значит, нога уже висит в нужном положении, мы убираем после этого подставку от стола. Затем здоровую ногу укладываем на отводящую подушку. Мы фиксируем, мы симулируем фиксацию на коагуляцию под ногу. И фиксируем вот этим вот ремушочком, или бинтиком. И убираем вторую эту ногу от стола. Значит, что мы имеем? Голень согнута градусов на 110. Важно, чтобы вот этот вот валик был не прямо в коленной ямке, а чуть-чуть выше. Поэтому пациента немножечко тянем вниз, чтобы здесь подходила ладошка. Ну и, собственно, все. Можно его привязать. Обработка зеленый не засунуть. Значит, руки, ими командуют анестезиологи, обычно они там на своих подушках, это уже не наша забота. Удобно лежать, что-то где-то жмет, трет, давит. Если, скажем так, полежать полтора часа, сразу издремываешь. Ну, так и задумано. Значит, когда операция закончилась, делаем все в обратном порядке. Одну ножку. Разобрали, положили на место.
Поздравляю с выздоровлением. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла.